Рад вас снова приветствовать, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в древние свитки 4 Oblivion. Находимся мы на цитадели безумия. В цитадели безумия проходим одноименную модификацию на дрожащих островах, которая расположена. Короче, как вы помните, в прошлой серии мы с вами раздобыли все-таки лекарство от скумы, и нам теперь нужно его отнести к генералу. В записи я поспал, то есть пополнил запасы маны, починил свой посох, ё-моё. Вот, значит, все, давайте отправимся, переговорим уже с ним. Я слушаю тебя, говори. Так, слушай, вот лекарство со мной. Великолепно. Прощай, скумовая зависимость. Здравствуй, здоровье. Зожник. Я нахожу тебя. Держи 2000 монет и печать молнии Металса. 2000 монет, это, конечно, хорошо. 2000 отправлю доктору Медичи с курьером. Только мне 2000 это на одну дорогу. Дальнюю, так скажем. Так, давай без музыки. Я хочу посмотреть, что там за печать. И где она вообще находится. А, малая печать молнии Метиса. Раз печать, значит, это барахло. Барахло у нас хранится вот здесь вот. Молоточки и ключики. Малая, малая на мы, да? Вот она, малая хрень какая-то. Огненная печать молнии Метиса. И что это дает? Заклинания какие-то нам или что? Страх, бешенство, изгнание, открытие. Может быть, это какое-то сопротивление тогда у нас? К чему-то. Ни хрена такого нету. Так, спит, акробатика, восстановление, перышко, защита, плавучесть, тепловой щит. Энергетический щит алейдов какой-то. Это откуда у меня такое появилось? Еще даже не помню. Электрический щит. Ну какая-то херня. Сила рубина умопомрачения. Вот это нам заклинание добавилось от одного из его награды. То есть это я увидел. Хорошо. Невидимость на 120, понижение магии, хамелеон. Вызов дремора, привидение, вызов лича. Проклятие глупости. Проклятие слабой воли, слабости увечья. Это все на себя. Короче, какая-то херня. Давай. А, следующая миссия. Попытка убить меня провалилась. Но тут Бип Ван Бульвинкель отшифровала часть секретного документа. Оказывается, сегодня кубисты готовят покушение на мою семью, проживающую в нашем фамильном особняке, неподалеку от деревни Хайкрос. Разберись с отморозками, защити моих сыновей, жену и мать. Сейчас отмечу местоположение нашего поместья на твоей карте. Иди, да поможет тебе безумный бог. Ну хорошо, что не на бухте опять этой безумной, или где там как это называется, а что это здесь. Я в полной готовности. Опять же в Хайкросе, да? В Хайкросе мы уже бывали? Так, зал. Да честь, честь, давайте выходим отсюда. Движемся. Так, давайте прочитаем хоть что написано. Генерал поручил мне предотвратить покушение служителей кубика на его семью. Для этого нужно отправиться в поместье Метиус, что недалеко от Хайкроса. А, ну не совсем в деревушке, да? Получается где-то неподалеку, ну хорошо. Сколько таких заданий еще будет, очень интересно. В принципе, задание, вот если весь мод взять в целом, да, уже начинать его оценивать, принеси подай, то есть какой-то цепочки такой я здесь не вижу. То есть в основном надо сделать то, надо сделать это, вместе Метиус. Так, с холма нет, мы там навернемся, ну давай отсюда. А, вот. Ну, есть цепочка, якобы вот эти служители кубика, да, которые угрозу представляют для цитадели безумия, то есть мы ими периодически занимаемся, вот сейчас опять. Ну, может быть, как-то это сделано не очень, что как-то ты ее не шибко не замечаешь, эту цепочку. Она, конечно, есть, но как-то что-то такое глобальное ее не видно. То есть какой-то глобальной силы такой. Может быть, я, конечно, не прав, и тут на усмотрение каждого. Так, а что у меня? Однерка, четверка. Кстати, я же поспал, давайте хоть посмотрим, как у меня что повысилось. Так, минус 48, то есть ни хрена еще не повысилось, да?
Да, как было. А приказ, приказ. Ой, это я не хотел кушать. Ой, тройка, восьмерка. Да, восьмерка. А, на цель. А, плюс 18 уже. Вот с приказом уже полегче. То есть уже можем командовать, да, хоть кем-то. Замечательно. Надо его дальше качать. Возможно, сейчас как раз нам и пригодится этот самый приказ. Значит, здесь где-то отморозки, да? Я предлагаю сейчас все-таки сохранение сделать. Башенка ничего так выглядит. Аутентичненько немножко даже. Снаружи никого не вижу. Ха. Чудо архитектуры. Ну, видно, да, что вроде как сторонняя все-таки башня. То есть сделана она, скорее всего, не в Construction сети. Хотя, может, я, конечно, ошибаюсь. Где-то в другой. 3D Max, возможно. Модельки. Недавно совсем сам поизучал немножко Construction Set. Принципы его работы. И вот интересно, как портировать из разных программ сюда модели. Ладно, давайте пойдем. Если что, четверка у меня есть. Я сейчас щит на себя кину. Ну, уже, конечно, наверное, смысла нет делать какие-то моды для Обливиона. Уже достаточно старая игруха, это мы так ностальгируем, играем. Проходим все эти модификации. А делать сейчас свои, кто в них играть будет, так скажем, да? Уже проще дождаться, наверное, древних свитков 6. И посмотреть, какой там будет Construction Set. Или Creation Kit. Так, ага, не дают мне пошевелиться. Стоп-стоп, мы подошли из-за угла. А это гентишка. Наша братва уже хозяйничает по всему дому. Мне это их служки пока живы и заперты в подвале. Но вначале я покажу тебе, где мастер и Маргарита зимуют. А чё у вас у всех голоса, как будто яйца отрезаны? Да. Берут с бородой и свет. Нам кто-то заявился. Осторожно. Ё-моё, сколько вас тут. Так. Шестерка, приказ, да? Сейчас надо сообразить, это у меня кончится здесь очень... Да блин, ты еще гонишь? Да мать вашу за ногу! Ну зажали, да, все. Как бы вообще жопа! Так, ну тут скорее всего сейчас вылет. Что вероятнее всего. К СЕ же. Так, тогда какие у нас варианты еще имеются? Значит, накидать на себя... Все это добро прямо сейчас, наверное, да? Массовый приказ нам нужен, массовый. Где-то у меня такое было дело. А, блин, мышка, все, надо покупать, блин. Новую мышь, кнопка уже почти не работает. Так, погоди, иллюзия. Ай, блин, где что-то есть же ты массовый, да? Я же делал тебе... А, вот здесь. 453 плюс 18. Ну не знаю, отвлечет это или нет. Сработает, не сработает на это, на них. Ну как-то жестко, жестко. Очень много. Тут как раз реально темно будет это сделать. Всем приказать на твою сторону перебраться. Чтобы они разобрались с кем-нибудь. Или хотя бы на время таким способом их застопить. А там что-то уже с ними можно сделать, попытаться. Но магии, конечно, стоит 400 с лишним там, да, по-моему? Так, слуг перебили, кстати. Гоп-стоп. Хорош, скажи мне, что ты можешь. Так, тихо. Да жесть, блин! Гоп. Анвил весь гудит. Да что происходит? Если ты хочешь драки... А, погоди, они что-то не работают. Подожди, подожди. Где мой инвиз нахрен? Так. Да ее по РСТ. Так, погоди, все. Массовый приказ. Что-то не работает. Так, это касание же, да, у меня было? Во, так.
Теперь опять, блин, инвиз. Ну, инвиз, у меня, видите, на быстрой кнопки нету. Хорошо. Я прямо здесь сохраняюсь. Надо перебафоваться. Приказ сработал. Так. Надо мне его тоже на какую-то горячую клавишу забиндить сейчас будет. Ну, суровое, суровое место, очень сильные уроды. То есть, несмотря на то, что у меня дичайшие бафы на моей тушке. Так. Массовый, массовый приказ. Нет, нехватка ужаса точно. Так, привидение, техничное. Это что, все? Нет. Ага! А у них, видать, агр не сошел. Да уйди, придурок! Если меня из-за тебя грохнут, я тебя тряпочкой обоссу. Так, очень странно, что они. Здесь, кстати, уже нужен будет обычный приказ, наверное. О! Все кончится здесь. Давай, давай, давай. А, да ну! Это все, что ты можешь. Так, хорош. Пусть машутся. Что ты можешь? Блин, мои дебилы все стоят. И хренью занимаются. Так, мне что-то совсем плохо. Сейчас, погоди. Что у меня есть вообще? Восстановление здоровья. Покажи мне, что ты можешь. Так, надо не забыть перебафаться. Так, хорошо, привидение. Кукол-бандит-центурион какой-то. Ну, он сейчас отойдет, конечно. А, он ушел, что ли? Нет, вот он. Привет. Привет. Так, я, пожалуй, этот момент опять сохраню. Ну его нахрен. Мне кажется, я от него один отъеду. Нет, приказ, тема хорошая. Это такой кукловодчик, да, небольшой. Хоп-хоп, тех против тех перенастроил. Иллюзия, конечно, рулит. Если грамотно играть пытаться как-то. Массовый приказ не проканал. Ну как, проканает, но... Просто все сразу за тебя будут. Получи. Так, и чё? Так, привидению нашему плохо. Я сейчас нового вызову. И надо будет его, наверное... Бафать, да? Крепкий союзник. И сильный союзник. Все. Ну, по идее, должен что-то ты с ним сделать. А ни хрена. Он как сосет, так и сосал, я извиняюсь, конечно, за выражение. Слушай, жесткий, жесткий пацан. Ладно. А чё, ладно? Все, сейчас нам помогут. Все кончится здесь. Ну, наверное. Заглючил там, блин. Но этот теперь уже постоянно с нами, так что нормально. Тебе не одолеть меня. Бандит, хозяин ракеты. Так, щит провокатора. Куба бандит Центурион. Ну, достаточно серьезные ребята показались мне они. Так, их можно, конечно, всех раздеть. Волан-де-Шпрот. Типа Волан-де-Морт. Так, меч Волана, 3 косаря. Стоит. Перчатки забираю, остальное все тяжелое.
Слава кубику! Давайте посмотрим, что за слава кубику. Бинты. Так, где-то у меня было перышко. Столько заклинаний разных всяких. Можно заблудиться в них. На себя, на себя. Так, личное животное. Да, кстати. Минус 99! Понятно все. А, я еще не могу его... Блин, я потому что не мастер. Способность бездонного говна. Охренеть просто. Да? Чего, да? Возьми с меня вещей немного. Так, перышко, чё? Это у меня же есть оно. 206, 207, 208. Ну вот это. Так, серебряная шпага не катит. Бандит. Перчатки забираем. Перчатки какие-то дорогие, да? Так, тут девчонок наших уложили. Золотой светёша. Попорченными стрелами, конечно. Толку с вас. Так, пошли наверх тогда. Сейчас у нас магия сядет вообще. Просядет, просядет. Так, лук. Понятно, дерьмо. Все, неплохое такое здесь у них имение. Вообще, мне нравится. Да, но это, конечно, вообще ни к селу, ни к городу. Так, чисто для прикола, да, было сделано? Погоди, я же еще трупы видел какие-то, нет? Это украдем. Кубический паладин. Бинтов уже мне, наверное, хватит. А нехило, нехило так здесь у них. Так, чувачок наш сдох. Что за слава кубику, кстати, я хотел прочитать. Вера в кубик мультинациональна, верь в кубик, и кубик поверит в тебя. Кубик мать зовет, кубику нужен ты, или кто-то похож на тебя, или кто-то отличный от тебя. Без кубика не вытащишь и кубик, с пруда кубик, и кубик все перетрут, не кубиком, так кубиком. А король-то кубик, встречают по кубику, провожают по кубику, кубик не порог, кубик как бар, это жесть. Эта жесть вешает килограмм. Давайте избавимся от нее. Что такое магический кристалл? Так, вот еще трупешник. Забираем. Маранта, кстати. Копия сигельского камня. Я думаю, что здесь так жужжит. Камень варла. Хрен с ним. У меня их полно. Так, главное с маной не забыть. А что, открываться будем, нет? Так, проблема. Подожди, подожди, вот. Проблема с наведением, я же видел. Можно ж было зайти, алло. Так, погоди. Во-во-во-во, отлично. Главное, чтобы выйти теперь можно было. Ага, нормально, подстава. Жесть! Попробую загрузиться. Не факт, что получится. Опять обрывок получится. А я еще и сохранился в таком месте нехорошем в прошлый раз. Да блин! Да дайте мне хоть что-то сделать! Ни хрена ж не видно. Все, свой. Так, этот лысый мой, я его, короче, на свою сторону переманил. Привидение ни хрена не идет. А, так, погоди, того нашего тоже зарубили, да? Слушай, мне не хватает ни хрена. Давайте пока вместо тройки обычный приказ, что ли. Так, масс приказ понятно, он пока тут не нужен. Ага. Пускай привидение помогает. Так, лысый, ты давай тоже вставай. А то сейчас этот отойдет от приказа. Начнет наваливать.
Че, захорошело, ублюдок? Так, в меня не надо стрелять. Отлично. Как бы отлично, да. На нас бросился. Так, кубический бандит. Давайте пока обшаривать его. Берем. Да привидение! Блин, ты такое ничтожное. Надо тебя качать. Так, великий посох могилы возьму. Ох, тихо, тихо. Давай, самый главный. Ты же главный у них был. Вот и руби их теперь сам. Замечательно, хорошо, чудесно. Куандао, возьмем, 1100 стоит, больше 1000. Да ни хрена. Нет, тебе не надо, молодец, свою работу выполняешь. Так, что тут серебряное и щит провокатора. Это все ни о чем. Тяжело, кстати, сражаться. Ничего не скажешь. Так. Мочи, лунный сахар. А, тут ничего нет, да? Я думал, выход на чердак. Так, перебаф. Значит, нам сейчас надо в подвал идти. Он же сказал, что они в подвале содержатся. Так, ну спускаемся туда. Так, сейчас надо нащупать. Поместим эти. Хорошо. Пусти меня. Тоже надо сохраниться будет заранее. Нападающие убиты. Нужно поговорить с жильцами поместья. А, да? А где жильцы? В подвале сидят. А, вот они все вышли. Да? Спасибо тебе за спасение. Если бы не ты, мы бы сгорели заживо. Незадолго до твоего прихода часть бандитов направилась в сторону фамильного склепа Мэтиусов, дабы разграбить и осквернить его. Останови их! А, еще не все, да? Сейчас отмечу местоположение склепа на твоей карте. У меня вопрос, а почему вы должны были сгореть? Да? Давай, привет. Отлично. Ты Шеагарат, ё-моё. Все, посох слетел. В одеяниях. Это же я. Тут, кстати, можно поспать, если что. Ладно, замечательно. А, ну пожалуйста. Почему так криво сделаны двери? Ну, бывает, бывает. Это не критично. Совсем не критично. Выйти же можно в любом случае, правильно? То, что они там криво сделали, не криво. Главное, что красиво. Вот я еще раз скажу, много раз говорил, и скажу еще раз, что за архитектуру прямо мододелом 5. То есть отлично. Местами атмосферненько сделано. Там я до сих пор помню эту локацию, как она, консерватория или цитадель, или что-то такое, где мы призрака. А, солнце, блин! Так, а нам далеко идти? Нам же место на карте отметили. Метиусов. Нет, можно ножками дотопать. Консерватория Метиуса, где мы сражались с упоротым призраком, да, которого нам пришлось убивать только с помощью хамелеонного нашего этого дреморы. Так, ну давай здесь пойдем. Ха, не пририсовывается тогда. Давайте я, наверное, сохранюсь в пути. Вот, и мне очень понравилась там архитектура, где вот эти головы в стены были вмурованы, большие, прямо такие. То есть, ну, умеют. Вот здесь хорошо. Дизайнерская работа вот эта вот хорошо проделана. Ну, а остальное, ну, не знаю, так себе. То есть, ну, если было посидеть подольше над этим модом, там, я не знаю, вкрадчиво, вдумчиво, не торопясь. Разработчики же явно не из... EA Games Studios, да? То есть сроки у них не поджимали. Красота. Контейнер с горшком, да. Вот здесь вот у меня был сделан снимок для рабочего стола. Правда, сейчас закат, а у меня был рассвет. Закат же? Да. То есть у меня такой оранжевый фон. Так, что, втопим? Хрена себе втопил. Ой, иди в жопу, Элитра. Так, а у меня же где-то еще... А, вот она, лечилка. Надо полечиться.
А Хилка, кстати, у нас поднялась тоже любопытно после сна. Так. Минус 45. Нет, не поднялась, но хоть что-то. Так. Ну, главное, ноги не сломать. На такой-то скорости. Ага, адреналин заиграл. Я думаю, что у меня так резко. Так. Фамильная гробница Метеус. Пошли. Ой, опять это упоротая музыка. Будет преследовать нас сейчас всю дорогу. Причем сквозь ванильную музыку, да, Dolby? Какофония. Да. Подожди, братан. Да подожди. Во. Свой теперь. Давай. Ну, друг, давай. Ой, ты тупой. Так, все, башмаки кончились. Да, мать твою, за ногу. Отлично, ты тогда будешь наш. Так, а тот будет не наш сейчас. Призрака. Пусть тоже помогает. Сундук. Кольцо железного кулака. 24 косаря. Рукопашка, отражение урона. Щит из шкуры кланфера. Блокирование. Ну, нехило тут, нехило. В склепе у вас, ребята. Так, кого-то там ломают. Прямо звук костей был слышен. Хруст костей. Отлично. Да уж. Ты что, мне в лоб целишься? А, погоди, понятно. Почему нельзя? Алло! А, у меня, наверное, упала эта хрень. Да ладно! А, и у меня эти, что ли, кончились? Нет. Маги... Ай, да жопа, это жопа! Так, хорош. Жесткие ребята. Вставай. Там еще один дебил бегает. Ой, ё-моё, там дерево. Пришло за нами следом. Так, пока отойти, что ли? Кто с кем месяца, хрен пойми. Этот всех вынес. Иди дерево убивай. С удара снес его, красавчик. Так, подлечиться. Так, урна с прахом, я помню эту хрень. Не буду ее брать. Так, сначала тебя обыщу. Нет, потом обыщу. Пошли. И ты пошли. Понятно, вылет. Так, а у нас заруба вся сейчас сначала начнется, да? Так. Блин, капец. Ну, я же нажал. Вот зараза. Мышку, все, надо покупать новую. Да иди ты в сраку. Да перестань, да ну нахер. Не буду перезагружаться. Значит, не судьба.
Так, убили, да? Слушай, там... Там другой братан еще где-то был. По-моему. А, нет, от нас отстал уже этот чувак. Так, надо сохраниться. Сохранился я, короче, только на авто при входе в склеп. То есть замес уже весь произошел. Что теперь сохраняться? Подожди, там же еще один был мужик где-то. То есть их было трое. И одно дерево потом за нами еще следом зашло. Ну, перезагрузки я знаю, что... Вот он. Они отстают потом. Так, кого-то придется потом еще приказом, да? Так, и надо срочно два. Так, привидение, не тупи, пожалуйста, стреляй. Да ты в очко себе так выстрелил, знаешь, в столбик куда-то пульнул. А я уже просто так грызусь друг с другом, да? Божественный написано. Какой же ты божественный? Если тебя в очко дерут. Божественное. Я, конечно, извиняюсь за такие эпитеты всякие. Неприятные вашим ушам. Так, наверное, надо себе пацана взять еще одного. Подъем, пацаны, подъем. Ух ты, блин, напугался. Письмена неразборчивы. Неразборчивы. Так, показалось. Вот красиво сделано. Локации. Ты идешь, нет? Ой, какой-то придурок. А-а-а, нас тут споил кто-то. Так. И надо вон туда. Что происходит? А, происходит отличная вещь. Я только что остался без маны, блин. Так, отойди нахрен. Сейчас с меня еще и защита упадет. Но защита хрен с ним. Сначала-то надо все-таки сделать... Ману, потом защиту. Так. Опа, ё-моё, вот это... Подстрелили меня. Так, ну он падло стреляет, вообще внимания ни на кого не обращает, да? Отлично, мана есть. Так, ты будешь наш. Задолбал. Ну, как бы наш. Ух ты. А, тут все то же самое. Да чтоб вас! Во. Да блин, опять! Ну, короче, дорогие друзья, предлагаю разбираться уже, наверное, в следующей серии продолжать, потому что что-то здесь у меня хреново пока все пошло. Так, расчехлил, да? А, он за мной еще и бежит. Вот, а пока большое спасибо, что смотрели, надеюсь, серия вам понравилась. Если так, пожалуйста, ставьте... Да, капец, я еще и без мана остался. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь. Привидение меня бросило. Просто убивай меня и все, чувак. Вот, не болейте в эти коронавирусные времена, не болейте простудой, не болейте гриппом, пневмонией. Короче, будьте здоровы, счастливы. И всего вам самого наилучшего. Всем пока! Да, так хотел закончить. Всем пока!